Мишка Япончик. Хотя в жизни он был очень далек от романтизированного литературного героя. Моисей Винницкий родился в Одессе в центре Молдаванки. При рождении его назвали Мойши Яковом. Позже из-за раскосых глаз, широких скул и смуглого цвета кожи его прозвали Япончиком. На летами он занимался с детства. Еще в юности примкнул к дружине анархистов под видом которых часто скрывались обыкновенные налетчики. И хотя на его счету было немало подвигов, в архивах до революционного сыска его имя не упоминается. Слава о нем загремела в 1918 году. Именно тогда в газете Одесская почта появилось воззвание группы воров, в котором провозглашался своеобразный кодекс части. Бандиты объявляли о том, что они действуют заодно с матросами рабочими, клялись грабить только буржуа, требовали к себе уважения и обещали помощь беднякам. Когда большевики готовили вооруженное восстание в Одессе, они обращались за помощью к япончику, используя налетчиков в терактах и закупая у них оружие. Так бандит стал чуть ли не героем гражданской войны. Нашумевшим стало ограбление румынского и горного клуба. Налетчики переоделись в форму моряков ворвались в зал в самый разгар игры и именем революции забрали стоявшие на кону 100 тысяч рублей. При этом цели япончика совпадали с большевистскими, помочь трудовому народу. Ограбленным оставляли деньги на извозчика, бедных не трогали, определенная часть награбленных денег, по легенде, шла на благотворительность. Япончик помогал безработным портовым грузчикам сиротам и бездомным. От его имени жителям Молдаванки раздавали продукты и одежду. Поэтому в Одессе он пользовался уважением и авторитетом. Мишку Япончика часто ошибочно называют вором в законе. Профессор Ягелинский, занимающийся изучением криминального мира, утверждает, Мишка Япончик действительно не любил насилие, в особенности мокрое дело, но вором в законе не был хотя бы потому, что сам воровской закон появился лишь в конце 20-х. Мешку Япончика можно назвать предтечей воров в законе. Когда в Одессе началась борьба с бандитизмом, Япончик изъявил желание создать свой полк и отправиться на войну с белогвардейцами. В июне 1919 год действительно был сформирован 54-й стрелковый советский полк имени Владимира Ильича Ленина командиром которого стал Япончик. На фронт бандиты не спешили, и в итоге из двух тысяч бойцов прибыло лишь 800, остальные сбежали. После первого же боя дезертировать попытались остальные. По одной из версий, Япончика застрелили при попытке бегства. Однако точные обстоятельства его смерти неизвестны. Равно как и достоверные факты жизни. Отделить правду от домыслов крайне сложно.